Глава региона Сергей Носов провел пресс-конференцию для региональных средств массовой информации. Главными темами стали итоги прошедшего года и планы на следующий. По словам губернатора, год был непростой, но он показал отличные результаты в реализации национальных проектов, а также в развитии экономики. Показатели оборота товаров и услуг поднялись на 35,5%. По обороту малого бизнеса регион вошел в топ-5 по Российской Федерации. Несмотря на распространение новой коронавирусной инфекции на промышленных объектах, поставленные задачи по полезным ископаемым выполнены на 104,9%, а ключевого сырья Колымы – золота – в текущем году добыли 49 тонн. Переживали и за людей, и переживали за то, что может быть сорвана добыча золота, производство золота в Магаданской области. Вообще, очаг мог возникнуть в любом коллективе. На промышленных объектах, что в учреждениях, и это было тревожно. Но результаты говорят о том, что нам удалось справиться. Те меры, которые мы принимали, оказались верными, во всяком случае эффективными. 49 тонн золота получается в этом году. Кроме того, говорили о целях. В 2021 году со дна бухты Нагаева поднимут затонувший корабль. Для морского торгового порта планируют заключить контракт по производству рефрижераторных контейнеров, чтобы хранить морепродукты, добытые в Охотском море. Аэровокзал в поселке Сокол начнут реконструировать. Увеличат количество авиарейсов в поселке Амсукчан, Эвенск и Сузуман. Там же будут реконструировать взлетно-посадочные полосы. В поселке Снежный начнут строительство спортивно-оздоровительного комплекса. А также сейчас ведут переговоры с чемпионкой Еленой Вяльбе для строительства на Колыме лыжного стадиона мирового уровня. Также от медиахолдинга «Вечерний Магадан» поступил вопрос о планах строительства нового мусороперерабатывающего завода. Конкурс уже объявлен. 1 февраля 2021 года начнется финансирование проекта. Запустить новый завод по нацпроекту необходимо в 2023 году. Проблему, которую схватили крупные города, целые регионы с так называемыми свалками или полигонами. Ну, все знают, не понаслышке. Я считаю, поэтому этого можно избежать, если мусор перерабатывать комплексно. Дальше, переработка мусора комплексно, это, извините, цивилизованно уже. Поэтому такой завод будет строиться или будет построен в Магаданской области. В социальных сетях на многие действия правительства жители региона реагируют не лучшим образом. По словам Сергея Носова, развитие Магаданской области в первую очередь осуществляется для людей, а ко всем инициативам и негативу прислушиваются, чтобы исправить проблемные ситуации. Когда мы говорим о планах, о проектах, мы говорим о том, что мы собираемся реально делать, мы говорим это не с точки зрения пиара, мы говорим это для того, чтобы люди при встрече могли напомнить. Вы обещали, когда сделаете. Делается это для этого, для того, чтобы усилить контроль за нашей работой со стороны населения. Подводя итоги, можно сказать, что год выдался непростым, но результативным. Впереди реализация многих важных для региона проектов. Мэр Магадана Юрий Гришан и заместитель мэра народного правительства города Шуань-Яшань Вэй Бинцинь обменялись новогодними поздравлениями по телемосту. Сначала прозвучали торжественные послания для жителей городов-побратимов. Со стороны Китая к жителям Магадана обратился Вэй Бинцинь. Он поздравил магаданцев с наступающим Новым годом, пожелал счастья, благополучия и всех благ в Новом году. Желаю магаданцам удачи и благополучия. Пожелаем взрослым здоровья и благополучия, а детям счастливого роста. Желаю счастья каждой семье. В ответ Юрий Гришан поздравил жителей Поднебесной с наступающим праздником и выразил благодарность за инициативу проведения новогодних поздравлений. Очень рад видеть вас на нашем общем празднике Нового года. Благодарю от лица всех магаданцев за прекрасную инициативу проведения этого мероприятия.
Магадан показал видеокомпозицию с колымской природой, а Дед Мороз и Снегурочка обратились к жителям Шаундяшаня с теплыми пожеланиями в преддверии зимнего праздника. Со стороны Китая продемонстрировали видеопредставление с творчеством художественных коллективов. Вокалисты исполнили для нас русские песни «Подмосковные вечера» и «Катюши». По мнению представителей городов-побратимов, встреча прошла на дружественной волне. Как и в борьбе с пандемией, опытом можно делиться и с творческой стороны. Когда в период вот сейчас пандемии, сначала мы направляли гуманитарную помощь Шуаньшаню, когда у них было совсем тяжело. Но в свою очередь они нам ответили, когда нашему городу, нашему региону было тяжело, также прислали достаточно большую гуманитарную помощь. И я хочу сказать, что мы надеемся на продолжение такой дружбы, причем не только в плане обмена гуманитарной помощи, но и обменом культурных, может быть, и торговых связей. Да? Есть такие у нас посылы. И на сегодняшний день мы уже заявили, что в свою очередь мы, наверное, ответным словом поздравим их с их восточным китайским Новым годом. Сложности 2020 года дали возможность укрепить дружеские экономические отношения между городами двух стран и обменяться опытом в борьбе с пандемией. К завершению телемоста представители Шуаньяшаня сделали подарок Магадану в виде двух картин. В спортивном комплексе «Металлист» наградили участников конкурса «Моя маска, моя защита». В мае мэрия Магадана объявила об этом состязании. Поучаствовать мог каждый житель областного центра Колымы. По словам организаторов конкурса, главная его цель – снизить у горожан чувство тревоги и психоэмоционального напряжения. Одним из участников стало предприятие «Магадан Энерго». Сотрудники организации рассказывают, что решили сшить маски, потому что в начале пандемии это средства индивидуальной защиты было в дефиците. За два месяца, с апреля по май, было отшито порядка 11 тысяч масок. И присланы на конкурс, результатом чего сегодня Магданерго наградили вот таким замечательным подарком и грамотой. Спасибо организаторам конкурса, спасибо мэрии. Участники конкурса создавали маски из ткани, марли и других подручных средств. Главное условие – средство защиты должно было хорошо закрывать рот и нос. Украшали маску разными способами, так, чтобы разгулялась фантазия. Участникам и победителям конкурса вручили благодарности и ценные подарки. Магаданская областная организация Всероссийского общества инвалидов сделала подарки для детей. 440 человек получили продуктовые наборы к новогоднему столу. Фрукты, овощи, масло, колбаса, куриное яйцо, сладости, рыба, мясо, птицы, молоко, кондитерка, конфеты. Этот перечень продуктов вошел в состав подарков. Сумку для детей с тяжелыми формами инвалидности собирали весом около 50 килограмм. Помочь малышам получилось благодаря малому бизнесу Магаданской области, представители которого идут навстречу обществу инвалидов уже порядка 15 лет. Это уже стабильно устоявшиеся отношения, которые уже более там, 15 лет. Я председатель 20 лет. Ну, по крайней мере, они сформировались, люди знают, что они участвуют. Конкретно мы предоставляем отчет, где, как сделаны фактуры. То есть все вы конкретно это видите. Конечно, хочется... Вот такой набор у нас получает, ну, вот как каждый ребеночек. Это, я говорю, у нас 440 детей, которые вот мы в трассу отправляем, вот такой красочной упаковки. В сборе и раздаче подарков участвовали родители детей с ограниченными возможностями. Мамы и папы в прохладном помещении распределяли продуктовые наборы поровну и помогали их загружать. Каждого из них морально благодарят и остальные родители. Хочется выразить общественную организацию для помощи детям инвалидам. Поздравить их с наступающим Новым годом. Пожелать здоровья крепкого, не болеть, а остальное все, как говорится, наживается. Всем успехов, наступающим Новым годом. Что они нам помогают подарками, вообще всем помогают. Что вот обратись за помощью, никогда не откажет. Очень благодарна председателю, всем, кто помогает, вообще добрые, отзывчивые. Вся помощь была оказана на безвозмездной основе. Председатель общества инвалидов Виталий Даниленко выражает огромную благодарность всем участникам новогодней акции. Действие каждого благотворителя дало возможность помочь нуждающимся детям.